Здравствуйте, друзья! Возвращаемся к отработке и тренировке катаканы. Сегодня катакана с напитками, с едой и с алкогольными напитками. А задание то же, что и в первых трех частях этого видео. Прочитать название напитков, попробовать догадаться о переводе. Обычно это из английского языка. Ну и также из других языков, как сегодня мы увидим. И ниже даны ответы. Поехали. Кофе. Кофе. У него есть иероглифы, если вдруг увидите это слово иероглифами, не удивляйтесь. Instant coffee. Это растворимый кофе, от слова instant, как мгновенный. Это растворимый кофе. Дальше espresso. Espresso. Кафе латте. Латте. Видите, опять же, тренируем разные сочетания, типа вот фе. А фу и маленькое э. Фе. Кафе латте. Капучино. Понятно. Кокоа. Какао. Ну, это тоже из английского. Айсти. Когда у нас речь идет не о зеленом чае, не о японском чае, то часто мы встречаем слово ти. Не оча, не ча вообще, и не коча, а вот просто ти. Особенно если он там со льдом, с лимоном, что-нибудь такое западное. Айсти. Чай со льдом. Реймон ти. Чай с лимоном. Хабу ти. Это вот к этой картинке. Хабу — это от слова herbs, травы всякие, да, травяной чай. Хабу ти. А здесь, кстати, нет долготы. Вот, по идее, должна быть, но можно встретить и просто хабу ти. Дзюсу. Сок. Реймонеду. Лимонад. Мирк. Молоко. Смотрите, молоко обычно гюню, если речь о коровьем молоке, то будет гюню. Но если это молоко в каком-то напитке, кофе с молоком, то обычно мирку просто. А если мы, ну, пьем стакан молока, то лучше сказать гюню, а не мирку. Кока-кола. Кока-кола. Сода. Газировка содовая. Минерал вода. Минеральная вода. Коконатсу джюсу. Кокосовое, то, что у нас называется, у нас есть кокосовое молоко, есть кокосовый сок. В общем, кокосовое молоко — это то, что из мякоти кокоса, а коконатсу джюсу — это то, что в самом кокосике внутри, водичка. Вот, как бы кокосовый сок. И вот оно, кокосовое молоко из мякоти, коконатсу мирюку. У них тоже это мирюку. Хотто чокорейто — горячий шоколад. Вот, и дальше идут эти самые ответы. В группе ВКонтакте в субботу будет выложено это видео, и там будут все эти материальчики, которые разбираются. ВКонтакте в субботу, ссылка под видео на группу. Далее, катакана с едой. Прочитайте название продуктов и блюд, попробуйте догадаться о переводе, все то же самое. Мито пай. Мясной пирог. Видите, как знание английского помогает, да, в японском. Мито. Главное — привыкнуть к способу изменений, изощрений бедных английских слов. Роуру. Роллы. Японское слово для роллов — это макидзуси, завернутые суши. Вот. Роуру — это из английского. И, конечно, никаких Калифорний и Филадельфии в Японии нет. Роуру. Томато. Помидор. Карри-райсу. Рис с карри, да, карри – индийская приправа. Вот часто можно встретить просто карри, даже без слова райсу, потому что и так понятно, что мы с рисом будем этот карри есть, а не просто сам соус. Чикен-наггетто – куриные наггетсы. Чикен-катсу. Катсу – это котлеты. Например, тон-катсу. Тон – это в смысле как будто, как свинка. У нее еще есть чтение тон. Тонкацу – свиные котлеты из свинины. Чикенкацу – из курицы. Фрайдо потейто – это френч фрайс, картошка фри. Почему-то до там взялась. Откуда там до? Вот, но, тем не менее, будет именно фрайдо потейто. Рамен – лапша рамен. Гёдза – китайские пельмени гёдза. Цукини – цукини, кабачок. Натцу – орехи. Пиман —
болгарский сладкий перец. Бата – сливочное масло. А смотрите, как оно называется, растительное масло любое, там оливковое, подсолнечное – это все абура. Абура. Ну, ойру тоже можно встретить. А бата – это именно сливочное масло. Брокколи – брокколи. Хамуэгг – яичница с ветчиной. Карифурава – цветная капуста. Фурава – это от слова flower. Ретасу – салат латук. Вот у нас один из его видов нарисован. Аспарагасу – аспарагасу – спаржа. Кябец – капуста. Икура – красная икра. Именно красная – это из русского языка слово икура. Видите, икура хираганой – это сколько, там, сколько стоит и так далее. И икура катаканой – это красная икра. А черная будет кябия. Кябия. От слова кевир. Сосейзи. Колбаса, сосиски. Хамбагу или хамбага. Гамбургер, вот он. Сандуичи. Сэндвич. Сава куриму. Сметана. Сауэр крим. Сава куриму. Спагетти. Ти, видите, опять это спагетти. Тосто – тосты, соусу – соус, хотя соевый соус будет, например, шоу, вот, но соус в такой, опять же, западный – соусу. Крокке – крокеты, котлеты в панировке, да, картофельные крокеты. Стейки – стейк. Омурайсу – рис с омлетом. Ростобифу – жареное мясо, roast beef, пицца, пицца, сарада, салат, чиз, сыр, карбонара, карбонара, ну, спагетти карбонара, это, соответственно, из итальянского, лазанья, лазанья, паэлья, это уже из испанского, да, паэлья, испанское национальное блюдо, паэлья, борщити, борщ, русский, суп, суп в принципе. Вот, и ответы на это дело, вот они. Значит, в субботу в группе ВКонтакте эти материалы будут. И последнее. Катакана с алкогольными напитками перед Новым годом делала. Алка-катакана. Догадайтесь о значении этих слов. В общем, то же самое задание. Вайн – вино. Бирю – пиво. Вок. Водка, неожиданно. У, маленькая О, маленький Ц, К. Вокка. Они еще так удивленно всегда как-то произносят. Вокка. Вот, водка. Потувайн, портвейн. Шери, шери. Коньяк, коньяк, коньяк. Джин, так и будет, джин. Уиски, виски. Текира, вот она, текила. Рикюрю. Ликер, бранди, бренди, соджу, это корейский напиток, вот у японцев осаке, а корейцы соджу пьют, да, соджу, тоже катаканой, тут где-то оно будет нарисовано, абудзан, абудзан, чтобы я помнила, давайте посмотрим в ответах, а, это абсент, абусан, а, не абузан, абусан, абсент, граппа. Это итальянский напиток. Граппа. Ну, как итальянская водка, можно сказать. Граппа. Карвадосу. Помните, что у снигере это в. Например, Иван можно написать через, вот, через у снигере и маленькую а. Так и здесь. Ва. Видите? Карвадосу. У снигере читается как в. Это кальвадос. Дальше сидорю. Сидор. Матини. Видите, опять ти. Т и маленькая и. Матини. Мартини. Шампан. Шампанское. Так. Вот, вот этот соджу. Видите, в зелененькой бутылочке. Соджу. А все. Надеюсь, катакана вам поддалась, и вы уже перешли к иероглифам. По иероглифам видео, значит, есть по иероглифам N5 и N4 с
всем списком иероглифов и с отработкой. По N3 такое видео тоже будет. До свидания.